Давайте поговорим сегодня о глаголе «ля-сира». Он часто используется в иврите, имеет несколько переводов. Первый перевод – снять с себя одежду, например, снять куртку «ля-сир меиль», снять рубашку «ля-сир хульца» или вообще одежду «ля-сир багадим». Можно, конечно, и сказать «леорид», но и слово «ля-сир». Также «ля-сир» переводится как «удалять», например, «пятна». «Ля-сир ктамим». Кетем – это пятно, поэтому на иврите пятновыводитель будет месир ктамин, то есть удаляющий пятна. Также можно удалить приложение, ля-сир – аппликация. Можно что-то из списка удалить, ля-сир – мерешима. А также можно удалить подписчика. На иврите часто говорят ля-сир – окев. Окев – это follow на иврите, то есть убрать follow, ля-сир – окев. Это как бы отписаться. Например, если я говорю «я от тебя отписался», как правило, в Инстаграме, то мы говорим «они». «Эсарти», «окей». То есть я удалил, убрал, удалил, можно сказать, как «убрать ля-сир», убрал «окей», «ля-сир окей». Ну, сегодня у нас «идан решатот хевратиот», «эра соцсетей», поэтому это на слуху. На этом все. С вами был Тимур. Подписывайтесь, ставьте лайки.